несгибаемость даже свойственна людям слабым, но людям творческим, потому что творчество дает необычайную силу человеку. Если человек творческий, он может все выдержать, понимаете? То, что не выдержит простой, здоровый, крепкий, сильный мужик. Вот я так считаю, что творчество – это великая сила. Вот. И понимаете, вот в нем чувствовали какую-то несгибаемость, которая не нравилась. И чувствовали какое-то свое мнение, которое не нравилось. И чувствовали свой взгляд на историю, который не нравился. Вот, а это уже было достаточно. Эти гордые лбы венчанских мадон я встречал не однажды у русских крестьянок, у рязанских молодок, согбенных трудом на таку молотящих снопы с позаранок, у вихрастых мальчишек, что ловят грачей и несут в рукаве полушубка отцова, я видал эти синие звезды очей, что глядят с вдохновенных картин Васнецова. С большака перешли на отрезок холста бурлаков этих репинских ноги босые. Я теперь понимаю, что вся красота, только луч того солнца, чье имя Россия. «Словно о себе», — сказал Кедрин устами героя одной своей поэмы. «Знаешь ли ты, я жучка не обидел в траве. Я с пути, понимаешь ли ты, отводил его палкой, но всю жизнь молотками гвоздят по моей голове, торопясь колотить меня в землю». Любил гулять один. Но вот когда что-то рождалось, ему надо было побыть наедине с собой. Вот чаще он гулял один. И вот шел к этой речке. Он был полон новых планов. В его душе происходила борьба мрака и света. Вот и вечер жизни, поздний вечер. Холодно и нет огня в дому. Лампа догорела. Больше нечем разогнать сгустившуюся тьму. Дух рассвета, глянь в мое оконце. Ангел ночи, пощади меня. Я хочу еще раз видеть солнце. Солнце первой половины дня. Ему исполнилось только 38 лет. А 18 сентября 1945 года Дмитрий Кедрин погиб. Приезжайте к нам завтра, не позже. У нас васильки собирай хоть охапкой. Сегодня прошел замечательный дождик, серебряный гвоздик с алмазной шляпкой. Он брызнул из маленькой-маленькой тучки и шел специально для дачного леса. Раскатистый гром его верный попутчик над ним хохотал, как подпивший повеса. На Пушкина в 9 идет электричка. Послушайте, вы отказаться не вправе. Кукушка снесла в нашей роще яичко, чтобы вас с наступающим счастьем поздравить. Не будьте ленивы, не будьте упрямы. Пораньше проснитесь, немешко встаньте. В кокетливых шляпах, как модные дамы, в лесу мухоморы стоят на пуанте. Вам будет на сцене лесного театра вся наша программа показана разом. Чудесный денек приготовлен на завтра. И гром обеспечен, и дождик заказан.